Видно, машина поломалась. Может, ну, что с аккумулятором. Вот. У этого чувака, что слева, есть какая-то страховка. Он вызывает помощь. Тут машина написана NRMA. Она приезжает бесплатно, скажем, меняет аккумулятор или заводит, если аккумулятор сел. То есть это все входит в страховку. Вообще я вот иду по райончику, достаточно такому богатому. Тут Porsche, Lamborghini, Ferrari проезжают, наверное, каждая 30-я машина. Покажу позже. Этот дом такой сделан как ступеньками. Здесь это достаточно популярно. Вот сразу как парк. Залив. Сейчас немножко подойду ближе. Тут яхты. Тут вообще полсидные одни яхты. Вот. Однажды если тоже яхту куплю. И приплыву на Украину на яхте, если это возможно. Пляжик недалеко совсем от города. Что я не пойму, что здесь делать. Надо просто столики кушать. Вот даже видно, что город проглядывается. Так, пойду вниз к воде. Даже город видно. Вот люди живут. Это такой бассейн огражденный. Тут достаточно мелко. В основном для детей. Ну, классно. Этот залив называется Rose Bay. Что в переводе на русском залив розы. А если учесть тот факт, что большинство людей здесь проживающих это русские евреи, то даже не удивительно. Кстати, сейчас покажу домик один. Такое строят достаточно часто. Вот он. То есть ты ощущение, что на колоннах стоит. Да, неплохие яхточки. Очень даже отличные. Видно, что склон большой, он резкий такой. И у кого-то вместо ступенек здесь собственно фуникулерчик. Видно, туда спускается. И на фуникулерчике кнопочки. И ключ надо повернуть. Молодцы. Не знаю, что это, но выглядит классно. На замок похоже. Когда замок есть в пальмах. Вот, в принципе, как выглядит все остальное. Так. Пойду туда. А вот, наверное, где-то здесь был Новый год отмечать. Смотреть салют. Раз будет видно, все отлично. К этому времени Новый год в Сиднее наступит в 4 часа дня. По телеку уже будет